Я люблю выращивать баклажаны, интересно. В рассаду высаживаю семена где-то в середине марта. Сразу в стаканчике не пикирую. Потом уже высаживаю в теплицу. Сейчас вот они уже цветут. Я их уже пропасынковала. Пасынкую все нижние пасынки, убираю. И где цветонос, завязь, я убираю. После этой завязи убираю пасынок. А баклажаны поливаю через 2 дня. Когда я их садила, значит, в лунку сыпала красный великан. Вот. И потом подкармливаю. Вот сейчас комплексное удобрение фертика весна-лето. И я их подкормила. И еще монофосфат калия. Они вырастают сантиметров так 80. Из каждого куста по 8-10 плодов снимаем.